Добро пожаловать в очередной день. Я, конечно, не сантехник, но инженерные способности у меня, походу, есть. Походу, имеются. Короче, объясняю. У меня насос не в ту сторону, короче, дует. Мне надо его было либо развернуть, либо повернуть вот боком, чтобы он работал так, как надо. Вот. Повернул. К стене он не крепится. Пришлось сделать вот такую закладную. Сейчас еще одну закладную буду делать для вот этой вот всей приблуды. В итоге получается, обратка с той стороны уходит, проходит под вот этой трубой. Вот тут стоит насос, тут стоит коллектор. То есть так вот идет туда вот обратка. Вот. Далее подача пошла туда. Приходит обратно. И в коллектор. А, ну еще расширительный бачок, то есть вот эта приблуда, тройник, он сделан для того, чтобы можно было уйти на расширительный бачок. А здесь еще будет вот такая вот хуйня, и здесь еще я сделаю трубу наверх, она как раз будет в обход расширительного бачка, и наверху сделаю какой-нибудь ебаный краник. Ну, либо смотровое какое-то отверстие, чтобы можно было смотреть вообще систему. Опять же, что хотел сказать, не знаю, кто как делает, но я сначала вот такой штукой наматываю, потом сантехпастой и сверху немножко фумлентой. Получается вот такая штука, она очень герметична, я у себя уже в доме проверил. Прям не надо ничего нигде никак перекручивать будет. Вот, все прям максимально четенько, крутенько. Собираю как бы один раз и надолго. Потому что тут будет вот такой большой узел, который будет цепляться на вот дощечки. Вот, и будет круто. Итак, господа, тут, короче, вот такие идут сложные инженерные решения. Как бы да, криво сварил, да и хуй с ним, я это делаю первый раз. Вот самое главное дело, что швы такие, ну, ровненькие получаются. Это надо, скажем так, набить руку. Господа, короче, я тут нашел еще один эргономический просчет. Но это мой косяк, я сначала об этом не подумал, а сейчас увидел. Вот фильтр вот этот косой, если его откручивать, то прям все сливаться будет на электрическую часть насоса. Вот. Так что надо будет думать еще какую-то херовину, чтобы насос не заливало. Вот. А тут Глеб уже крутит дверь вовсю. Прям прекрасно получается, мне нравится. Вот, и что могу сказать. Первый косяк, который вы все заметите и скажете, то, что котел надо обвязывать на железной трубе. Это я знаю. Вот. Функционала у меня такого не было сейчас, чтобы это сделать. Поэтому будем делать вот так, как есть. Господа, сейчас мне надо накрутить, получается, 6 вот таких штучек конструкций. Получается, американка в батарею. Вот ответная часть американки сюда. И вон там, получается, эти чопики в кран. И потом это все уже паять по месту. Че подсматриваешь? Тебя поставили подслушивать, а ты подсматриваешь. Ну да, на камере села батарейка, господа. Короче, смотрите, все поставлено. Сейчас я буду собирать краники каждой батареи, чтобы уже просто тупо вести полипропилен, и не нужно было ничего крутить, вертеть с фумлентой. Вот. Тут идет подача. От подачи в батарею вверх и из батареи вниз в обратку. Тут тоже все собрано. Подача на эту батарею будет так и ближе к насосу. Да. Обратка так сюда, так. И вот в это входить будет в крайнюю. Эти две обратки и эти две подачи я оставил на, например, какой-нибудь ТЭН. Ну, не ТЭН, а бак такой, короче, есть бак для набора воды. Скажем так. Для того, чтобы еще с этого бака запустить
воду, скажем так, вот, вулкан. Вот. Ну и дальше тут будет батарея. Короче, вот до самого конца будут одни батареи висеть. Короче, ребята, устройство дымохода у нас будет вот следующее. Сейчас мы трубу пропихнули. Далее мы сделаем полоски из вот этой вот ваты. Ну, из тоненькой. Это специальная вата, жаропрочная. Вот из нее сделаем полоски, периметр обошьем деревяшек. Потом из асбеста сделаем полоски, также периметр обошьем. Периметр, вот эти все вот моменты защитим, так сказать, деревяшки. Вот, и потом уже будем утеплитель укладывать. Вот. Далее будем промазывать герметосом все. И остатки утеплителя туда запихивать. Тут батарейка немножко села. Там Глеб уже почти доделал узел проходной. Сегодня еще сделаем вот так стену. Вот эту белую штуку. Вот. Узел получился даже круче, чем дома. Получается, тут идет специальная вата, потом асбест. Дальше мы, наверное, сделаем еще одну вату. Вот так все сделаем. Вот. И дальше уже будет утеплитель. Это прям вообще четкая тема. Прям максимально будет все защищено. А вот эти листы, они горят. Господа, технология утепления. Глеб говорит, я бы не снимал это, но я считаю, что можно снять. А что, нормально сделано на самом деле? Тут пи***ть ебаный этого утеплителя. Ну давай. Вот это вообще круто получается. Мне нравится. Короче, господа, этот день я предлагаю завершить на такой вот отличной ноте. Асбест стоит. Все по технологии, все как надо. Тут реально проходка гораздо лучше, чем у меня дома. Вот с этой стороны пока что так оставили. Что нам останется, сделать подставку какую-то металлическую. И наверх. И все, но тут еще тоже прикрутить. И отлично будет. Пазик без мотора. Блин, отлично у нас база. Прям вообще шикарно.